Наряду с разнообразными решениями для создания путевой структуры, как я уже говорил ранее, мы предлагаем широкий модельный ряд подвижного состава для решения самых различных транспортных задач. На данный момент наши компании полностью разработаны и выполнены непосредственно в металле 12 принципиально разных инновационных транспортных средств. Юникар, Юнибус, Юнитрак, Юнитранс, Юнивинт, ну и так далее. Каждый из них по сложности не уступает самолету. К реализации в конце этого года готовится пассажирский Юнибус в подвесном исполнении на 25 пассажиров и ЮниКон для перевозки морских контейнеров длиной до 40 футов и весом до 35 тонн. Потом в конце 2020 года у нас будет целая линейка подвижного состава уже из 14 моделей. Причем две последние модели в тропическом исполнении для адресных проектов на Ближнем Востоке. Сегодня мы с уверенностью можем говорить о полной автономности подвижного состава SkyWay. Укомплектовано десятками, если не сотнями датчиков и исключающая человеческий фактор интеллектуальная система без труда ориентируется в окружающем пространстве, по обстановке адаптируя маршрутное задание. Абсолютно естественно, что в основу этих ноу-хау легла главная идея – безопасность пассажиров. Безопасность повышает также противосходная система и второй уровень размещения. Мы ведь на фоне неба движемся. Того и другого, например, нет в автомобильном транспорте. Поэтому он является самым опасным изобретением человека за всю историю цивилизации. Автомобили ежегодно убивают около 1,5 миллиона человек и более 10 миллионов травмируют, делают инвалидами и калеками. Умножьте это на 100, и цифры просто ужасают. За 100 лет, то есть за век, автомобили способны убить, или электромобиль в том числе, он тоже автомобиль. Население 15 таких стран, как Беларусь. А сделать инвалидами население 3 таких стран, как Соединенные Штаты Америки. Этих людей можно спасти, так как безопасность КВЭ можно сделать даже более высокой, чем в современной авиации. Он тоже на 2 уровне, где уровень аварийности в 1000 раз меньше, чем в автомобильном транспорте. Уже многие годы в авиакатастрофах гибнет значительно меньше людей – 200-300. 500 человек ежегодно. Технологический рост компании, о котором, кажется, сказано достаточно много, всегда сопровождается увеличением числа высококвалифицированных специалистов. В этом отношении SkyWay не исключение. Количество инженеров, занятых в проекте, уже превысило отметку в 1000. А всего несколько лет назад я был единственным сотрудником. Мы расширили и пространственные мощности, приобретя в собственность, соответственно, всех инвесторов, новый офисный комплекс в городе Минске. На 9 этажах современного здания с суммарной площадью около 10 тысяч квадратных метров и разместились сегодня наши сотрудники. Это способствует оптимизации бизнес-процессов, повышает уровень продуктивности компании, ускоряет темпы создания технологий и практического внедрения струнного транспорта. На данный момент на балансе ЗАО «Струнные технологии», помимо самой штаб-квартиры, находится еще один офис, сдаваемый в аренду. Еще один офис, в котором отпала необходимость, мы продали, получив существенную прибыль. В общей сложности за несколько лет мы сэкономили только на грамотном использовании офисных помещений около $1 миллион. Несмотря на кризис, а во многом и благодаря ему, мы активно оптимизировали все производственные процессы, а даже процессы и технологии разработки проектной и конструкторской документации, ведения отчетности, учета и контроля. Мы ушли от бумажного делопроизводства, а работа всех подразделений компании была переведена и была внедрена электронная система 1С предприятия, делом подтвердив нашу приверженность экологическим нормам. Постоянно совершенствуя делопроизводство, нашим разработчикам удалось создать полностью автоматизированные рабочие места. Мы снизили затраты времени и средств с помощью цифрового моделирования на основе платформы 3D Experience, в которой может проявить себя как дизайнер, так и инженер-конструктор. А парк компьютерной техники СКВ, у нас уже более 1000 компьютеров, настолько, сейчас к настоящему времени развит, что любой новый сотрудник сразу садится за рабочее место, оборудованное по последнему слову техники. Многие говорят, которые нас посещали, вот аналогичные компании инжиниринга, говорят, что мы уже не в 21-м, наверное, в 22 веке находимся. По оснащению имеется. Но техническое оснащение далеко не главное, что есть на сегодняшний день в нашем распоряжении для достижения поставленных целей. Гораздо важнее создаваемая нами культура, инженерно-конструкторская и научная школы. СКВ завоевывает и укрепляет свои позиции в научном мире как альтернатива традиционным транспортным решениям – трамваю, метро, монорельсу. Так, студенты Уральского федерального университета и Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета третий год подряд пишут дипломные и магистерские работы на темы, связанные с перспективами интеграции в городскую среду транспортно- и инфраструктурных комплексов СКВ. Эти работы демонстрируют серьезную заинтересованность в развитии технологий струнного транспорта и поддержку новых идей со стороны молодых ученых, а также помогают лучше познакомиться с преимуществами, которые дает внедрение инноваций, в первую очередь SkyWay. Недавно ЗАО «Струнные технологии» завершила прием выпускных квалификационных работ студентов. С целью поддержки молодых креативных специалистов и ученых, а также повышения интереса к проекту, мы пригласили выпускников высших учебных заведений принять участие в ежегодном конкурсе выпускных работ бакалаврских, магистерских и аспирантских, которые выполнены по теме струнного транспорта и струнных технологий. Автору самой интересной работы будет предоставлено право поступить на работу в инжиниринговую компанию ЗАО «Струнные технологии». Многие наши сотрудники повышают уровень своей компетенции и знаний и стали, например, докладчиками по различным темам на 3-й международной конференции по проблемам безракетной индустриализации космоса, которая прошла в Марьиной Горке 12 сентября этого года. Необходимо помнить, что сам SkyWay несколько десятилетий назад отпочковался от другой струнной технологии – общепланетарного транспортного средства, способного, кстати, за один рейс вводить в космос 10 миллионов пассажиров, 10 миллионов тонн груза. Эти две технологические платформы для тысяч и тысяч изобретений вдохновляли и продолжают вдохновлять меня и многих других прогрессивных людей своим гуманистическим преобразовательным потенциалом, который реально способен спасти нашу цивилизацию. Наконец, подытоживая свой отчет, я хотел бы сказать несколько слов о наших планах на будущее. Начиная с данных планов, которые, собственно, и ведут меня по жизни. Во-первых, мы планируем вынести к середине 21 века экологически опасную часть земной индустрии, в первую очередь энергетику, в ближний космос. Если этого не сделать, у наших внуков не будет будущего, так как нашу техногенную цивилизацию ожидает участь плесени в чашке Петри. Известно, что съев ограниченные ресурсы и отравив ограниченное пространство отходами своей жизнедеятельности, плесень неизбежно погибает. Во-вторых, мы планируем создать в 21 веке сеть Transnet протяженностью порядка 25 миллионов километров дорог второго уровня, более безопасных, более эффективных, более экологичных, более комфортных и более скоростных, чем существующая сеть неэффективных и экологически опасных автомобильных и железных дорог общей протяженностью более 60 миллионов километров. Сеть Transnet основана на струнных технологиях и есть тот бизнес, о котором я сказал 6 лет назад, когда обратился к будущим инвесторам. Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. Но это сверхсложная задача. И мы ее решим, если будем делать правильные шаги в этом направлении. Нам нельзя повторить ошибки братьев Райт. Они сделали первый самолет, Их машина полетела. Они даже запатентовали этот самолет. Но бизнес через много лет сделали другие. В частности, Уильям Боинг, который пришел в авиацию из деревообрабатывающего бизнеса. Ну, образно говоря, он делал табуретки и скамейки, а потом стал делать деревянный самолет. Мы к этой цели неуклонно и неустанно движемся через ту работу, которая осуществляется группой компании SkyWay ежедневно, ежечасно. Где-то уже в следующем году мы должны достроить тестовую трассу в Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратах и заключить не менее 3 контрактов на грузовые и городские адресные проекты. У нас уже будет протестирована и сертифицирована технология, и причем в том виде, который требует рынок, в том числе в тропическом исполнении. Мы намеревались сделать много из этого уже в 2020 году. Но в этом году обстоятельства нарушили планы не только нашей группы компаний. Пандемия коронавируса нами не планировалась. Что касается высокоскоростных систем SkyWay, то сейчас на завершающей стадии находится согласование на отвод земельного участка в Беларуси протяженностью 21 километр. На меньшей длине штатно разогнаться до скорости 500 км в час, проехать с этой скоростью несколько километров, чтобы зафиксировать штатный режим эксплуатации, а затем план затормозить не получится. Несколько лет назад нам отказали в выделении этого участка земли по надуманным причинам. Птичек жалко, их много погибнет якобы, и деревья ценных пород будут вырублены якобы, когда трасса наша пройдет по болоту. Но после наших успехов в Объединенных Арабских Эмиратах белорусские чиновники, я думаю, поумнеют. Зачем стране терять более 100 миллионов долларов инвестиций? Мы уверены в успехе. Наша уверенность только растет. Мы видим собственными глазами, как то, что еще вчера казалось фантастикой, становится сегодня реальностью. Уже сегодня мы на практике подтвердили большую часть преимуществ струнного транспорта. Развитие технологий продолжается. Перенимая лучшее, что было сделано за нас, учась на чужих ошибках и, естественно, своих, мы создаем самую безопасную, экономичную и надежную транспортную систему и всех когда-либо существовавших. SkyWay уже завладел умами миллионов людей со всего мира своим преобразовательным гуманистическим потенциалом. Мы не остановимся до тех пор, пока наши транспортные системы не пройдут через каждую страну, каждый город, пока не подойдут к каждому дому. Мы не остановимся и после этого. Научный и технический прогресс бесконечен. SkyWay станет реальной, объединяющей силой для всего человечества, у которого без единства нет будущего. Поэтому наш девиз – «Строй SkyWay, спасай планету». Star Club. Возможности безграничны.